то же время ответственность как за внешнеполитическую, так и за внутреннюю ситуацию в стране, а также выполнение Минских соглашений несет украинская власть. В этом уверены представители оппозиционного блока. В Политсиле говорят, в условиях отсутствия реальных успехов в борьбе с коррупцией власть давит на оппозицию. Именно поэтому в ОПБлоке призывают политиков прекратить репрессии и противозаконную деятельность радикалов. А кроме того, взять под контроль все случаи давления на СМИ.